Развлекательная сфера тоже терпит изменения. Например, очень и очень интересная и спорная тема – это развитие нейросети в творческом направлении. Уже сейчас мы живем в... Вражеский эсминец потоплен. Пожарная тревога. Неполадки устранены. Наша команда получила преимущество. Крейсер уничтожен. Наша команда близка к победе. Наша команда близка к победе. На корабль.